Доброе утро всем. Я сегодня купил бури и в магазине. Мне порезали на филе на две части. Я не понимаю, почему у меня камера прыгает. Или я двигаюсь, неважно. И вот мучиться я хочу проверить. Мне сделали, я попросил, чтобы мне порезали на 4 куска бури. Потому что вчера друзья поймали гумбара, луфаря на бури. И вот смотрите теперь, сколько весит каждый кусочек бури. Первый кусок 128 грамм. Сейчас надо вытереть туда весы. Второй кусок 114 грамм. 114-115. Третий кусок 113 грамм. Вот последний кусок 123 грамма. И теперь посчитайте, какую палку надо, чтобы кинуть это, или то, что у вас есть с тестом до 200-250 грамм, какой использовать грузило, чтобы не сломать палку.